Добрый день, уважаемые садоводы! С вами сад Хризантем. Я сегодня хочу поговорить на такую тему. Вот, например, у нас шоколадница. Посмотрите, какой красивый домашний декоративно-лиственный растение, цветок, да? И вот, посмотрите, тот же самый. Шоколадница та же самая, и вот в таком виде. Разница есть. Вот красавицы стоят. И такое бедное, замученное, несчастное растение. О чем я хочу рассказать? В плане того, что хризантема иногда мне пишут, что несоответствие сорта. Что цветок мелкий, что цвет не такой яркий. Извините, если вы будете ухаживать, кормить, поить, вовремя прищипывать, то вы, конечно, будете иметь и хороший бутон, и хороший ствол, и хороший яркий цвет. Или если вы будете содержать растение вот в таком вот виде, бедное, несчастное, истощенное, без света, без подкормка, без должного ухода растения, оно не дает того результата, который хотелось бы получить. Вывод в чем? Что если вы хотите красивое, ярко цветущее растение, требуется уход. Просто посадил и забыл, ни одно растение не даст вам никакого результата. Да, оно будет цвести. Маки в поле тоже цветут, ромашки цветут. Беспроблемное, но если это растение, которое требует дополнительного ухода, то нужно приложить все усилия, чтобы вырастить достойное растение, которое будет соответствовать всем заявленным качествам. То бишь, если это крупноцветковое, то это будет крупноцветковое. Если это многоцветковое, то оно будет также многоцветковое. Истощенное растение никогда не даст вам крупный бутон, крупный цветок или хорошую декоративную листву.